Ну, это наша версия жертвенного стола, сделанной из монолитной плиты, так, фанеры. То есть она полностью соединена со всех углов. То есть, и она является съемной. Она может перемещаться в другие места, куда нам удобно. Это уже пробный вариант. На паузу. Ну, это уже последствия нашей пробы. То есть вот в таком виде она является. То есть можно убрать, можно положить, можно сместить в другое место, куда удобнее. Можно перевернуть. Ну, если перевернуть, подвинуть. Так, все это же делается тоже. То есть не проблема. Можем закрутить, поставить что-нибудь. Даже в таком варианте. То есть данный вариант абсолютно ничем не ограничен. Он ограничен только своими размерами. Причем, если не хватает на всю площадь, в принципе, можно сделать два таких. Не обязательно делать его и цельнолистовым, и монолитным. Ширину прорези мы сделали 1,5 сантиметра. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы ставить закрепляющее устройство, фиксаторы, и не, чтобы пустотки не искажали там режим и прочее. Ну, вот этих прорези 1,5 сантиметра вполне достаточно. Фиксировать и как угодно, где угодно, как удобно. Вот так вот. Да, вот. Все, вот. По этим. Ну, абсолютно идеально впритык делать не стали, оставили небольшой запас, чтобы можно было сдвинуть, если что-нибудь возникнет необходимость. Ну так, пожалуйста. Ну, вот и все, да?